высшее сознание прославит, ты должен стать высшим сознанием. То есть когда из тебя, из поющего или слушающего, когда ты ощущаешь вот эти божественные радость внутри и божественный покой внутри, и когда он просачивается из тебя, излучается из тебя наружу, это называется прославление. И все могут сказать: о, что это за такой человек, что из него льется такой свет? Каков источник этого света? Они задаются этим вопросом. Вот это и есть киртан. Не просто, да, слушать. Хотя слушать, танцевать, все это нормально. Как хотите, так выражайтесь. Вот. Но старайтесь именно вот найти внутреннее сокровище, которое не имеет формы, которое всегда с вами. И открывая сердце миру, зашли ты.